как долго мы планируем путешествовать в доме на колесах и что планируем снимать дальше. Итак, следующий вопрос. Как мы отпраздновали свадьбу? 6 лет в браке – это серьезная цифра для нашего времени. Были ли у нас сильные ссоры? Следующий вопрос. Ревнуем ли мы друг друга? Хороший вопрос. Когда вы планируете сказать родителям Ирис, что мы уже в браке 6 лет? Ирис, когда? Хороший вопрос следующий. Какое у Ирис настоящее имя и почему ее зовут Ирис? Почему я называю ее Ирис? Ирис, какое у тебя настоящее имя? Я собрал самые часто задаваемые вопросы, и в этом видео мы с Ириской ответим на них. Но сначала давайте откроем золотую кнопку. Она намного тяжелее, чем серебряная. Капец, я вроде только недавно получил серебряную кнопку и уже золотая, представляете? Аж не верится. Так, давайте раскроем ее. Фух, ответственный момент. Я никогда не думал, что буду открывать коробку, где будет золотая кнопка, честно. У меня аж сердце начинает стучать. Вау, посмотрите на нее. Красота! Капец, какая она большая. For passing 1 million subscribers. You did it, ты сделал это. One mission, one challenge, and one more thing. 1 million subscribers, congratulations. Короче, поздравления там, бла-бла-бла. Подписи от какого-то директора местного ютуба. Класс. В доме на колесах у нас не так много места на самом-то деле. И знаете, куда я поставлю? Вот у нас где хранится серебряная кнопочка. Чтобы вы понимали размер. Разный. Я не знаю, сейчас попробую, давайте вставить его туда. А ну, получится, нет? Чтоб все видели, что я ютубер. Да, по-моему, нормально. Хотя, ну, в принципе, нормально. А серебряную тогда куда теперь? Рядом, типа? Чтоб все видели, что ютубер едет. Я ютубер. Да, мяу-мяу, иди ознакомься, мяу-мяу, иди ознакомься. Мяу-мяу, это моя золотая кнопочка, мяу-мяу. Мяу-мяу, понюхай. Ей пофигу. Может, Фэй-Фэй? Фэй-Фэй, ознакомься. Ознакомься, пожалуйста. Ознакомились, да? Я ютубер. Я ютубер. Я ютубер. Ура! Давайте посмотрим, как она выглядит снаружи. Выглядит хорошо. Так ее, наверное, оставим. А вообще, если серьезно, спасибо вам огромное за то, что смотрите меня. На самом деле, быть ютубером было всегда моей мечтой. Подсознательно я чувствовал, что да, я этого хочу, но всегда боялся и не шел к этому. И в один момент я просто послал все нафиг, купил дом на колесах и начал снимать. Спасибо вам огромное. Без вас бы мечта бы не сбылась. Жена, ну что, ты идешь? Нет, поехали. У Риски сегодня такой необычный стиль. Смотрите, такая модненькая, штанишки туда-сюда. Ковбойчик маленький. Так, ребят, мы поедем в город с Ириской, потому что мы уже на этом паркинге, блин, ну, четвертый день работаем без остановки. Будем записывать видео, ответы на вопросы, на самые частые вопросы. И буду вам показывать 30-миллионный город Чонгтинг. Сначала нужно покушать. Ирис говорит, очень вкусное место есть, где покушать. Там мы начнем ответы на первые вопросы. Так, для начала нам нужно взять вот такую вот, как бы сказать, посудину. И сейчас будем выбирать все, что смотрит на нас. А потом это все будут варить в супе. Это называется малатан. Малатан. То есть вот тут много-много всего. Супы бывают с разными вкусами. Например, вот это кисло-сладкий, томатный, острый, куриный и так далее. Рыбий суп какой-то. Вот это просто с перцем. Давайте я вам покажу, что здесь есть самое такое необычное. Это тофу, разный вид. Вот тоже тофу. Это какая-то колбаска кровяная. Вот это грибы такие необычные. Это овощи. Овощи. Это лотос, корень лотоса. Здесь у нас водоросли. Это бамбук. Ну, разная зелень, то понятно. Мивинка. Вот есть. Это я не знаю, что это такое, честно. Какой-то цветок. Я не знаю, что это. Первый раз вижу. Это пельмени, которые завернуты в яйцо. Ну и само яйцо. Тут разные мясные шарики, полуфабрикаты, короче. Я такое вообще стараюсь не есть. Тут мясные изделия, разное-разное мясо. Вот это рыба, это у нас кальмар. И, ух, фу, это жаба, представляете? Жабьи ножки. Yeah.
чай. Попробуй. Я не хочу пробовать. Я не хочу пробовать эти жары. Так, что я взял? Мясо маринованное, кальмар, какое-то мясо нарезка, одно яйцо, вот эти пельмени в яйце и много зелени с водорослью. А вот это тыква. И решил попробовать вот эти цветки. Я даже не знаю, что это такое. Что-то новенькое для меня. Так, теперь девушка забирает и взвешивает каждую тарелочку. И потом рассчитываешься по весу. И теперь нужно выбрать, какой суп ты хочешь. Так, я взял вот с этим супом. Что я хотела, васами. Вот Ирискино блюдо. Она взяла супер острую. Выглядит очень аппетитно. Но Ирис любит вот эти полуфабрикаты, а я их что-то не люблю. Там вот эти мясные шарики, разные китайские колбасы. Они невкусные для меня. А Ириска любит. Так, а вот и мою тареляку принесли. Вы посмотрите на это. Капец просто. Ну, выглядит очень аппетитно. Я взял со вкусом кисло-острого супа. Пахнет квашеностями. Ну, я думаю, это суп на квашеностях каких-то с перцем. Итак, первый вопрос. Давайте ответим, пока кушаем. Начнем с простых вопросов. На что я снимаю? На вот такую вот штуку. $30 стоит. Очень удобно. Ее можно раскрыть, поставить, закрепить на дерево. Неважно. Ну, короче, вы поняли. Я не сказал, как мне это блюдо очень нравится. Очень вкусно. Такой кисло-сладкий супчик такой. Пикантный. А вот этот цветок. Давайте попробуем. Как будто бы ем капустный вот этот лист. Супом этим отдает. Вообще суп такой вкусный. Итак, следующий вопрос. Как долго мы планируем путешествовать в доме на колесах? И что планируем снимать дальше? Мы планировали путешествовать в доме на колесах год. Вот, потому что думали, что, наверное, устанем и так далее. Прошло уже полгода. Я понимаю, что мы еще даже половина того, чего проехали, не проехали. А напоминаю, что мы планируем ехать по часовой стрелке по всему Китаю. А мы до сих пор на юго-западной части, а начали мы с юга. Прошло уже полгода, и нам не надоедает пока что, все круто, поэтому я думаю, еще точно год, а то и полтора будем путешествовать в доме на колесах по Китаю. Что планирую снимать дальше, не знаю, честно говоря, потому что жизнь покажет. Я не знал год назад, что я буду путешествовать в доме на колесах и снимать видео на YouTube, потому что жизнь непредсказуемая штука. Итак, следующий вопрос. Как мы отпраздновали свадьбу? Кто не знает, мы уже женаты 6 лет. Мы с Ириской не делали никакую церемонию. Ирис тогда было 19 или 20 лет, мне было 21, вот только стукнуло. Нам было плевать, вот на правду, нам было плевать. Мы хотели просто путешествовать, наслаждаться друг другом и жизнью. Вот. Но мы провели на Бали целый месяц. Это было лучшее время, реально. Я всегда мечтал побывать на Бали. И вот моя мечта сбылась. И еще и вместе с Ирис. Это было просто замечательно. Следующий вопрос. Сколько лет я учу китайский и посоветовать приложение? Я учил китайский где-то 1.5-2 года по приложению Du Chinese. Вот сейчас я здесь вам покажу его. Это не реклама, если что. Это чисто моя рекомендация. И по этому приложению плюс просто общаться с людьми, прям находить общий язык, там спрашивать, как дела, практиковать. Плюс я смотрел разные мультики, типа «Свинки Пеппы» на английском языке, на китайском языке и так далее. Эспрессо готово. В общем, мое изучение китайского заключалось в том, что я каждый день практиковался, каждый день использовал это приложение и смотрел какие-то мультики на китайском, разбирал их, в общем. И делал я это до 2 лет. Сейчас я уже свободно разговариваю на китайском, мне этого достаточно, я перестал изучать. Да, кстати, ребят, забыл сказать, что все эти вопросы я просил спросить меня к прошлому ролику про наше знакомство. Если не смотрели, обязательно посмотрите, сюда я его сейчас выставлю. И вопрос к Ирискиной подруге, которая была тогда с ней. How is she now? She's a lesbian now. Okay, понятно. Is she married? No. No. How can lesbians get married in China? Okay, I got it. 6 лет в браке – это серьезная цифра для нашего времени. Были ли у нас сильные ссоры? Следующий вопрос. На моей памяти не было серьезных ссор, потому что если мы ссоримся, я сразу же подхожу к Ириске и начинаю обговаривать, что произошло, чтобы вот эта ссора не оседала. Ирис, давайте спросим Ирис, чтобы не было с одной стороны. Did we get a huge argument before? I think no. Why? Because you never stop talking.
Is it bad or good? It's good. It's good. Okay. Прикольно. Да, я согласен с Ариской, что я никогда не останавливаюсь. То есть вот мы поссорились, там что-то рявкнули друг на друга. И садимся, обсуждаем, почему. Почему я так почувствовала, почему она так почувствовала. Все это обсуждается, злость уходит. А потом в следующий раз такой ситуации не происходит. Ребят, мы видим дизайн везде. На остановках, вывесках, в книгах, в презентациях, инструкциях и социальных сетях. Я тоже постоянно работаю с дизайнером. Сейчас графические дизайнеры нужны в разных сферах. От искусства и до маркетинга. При этом вы можете работать из дома или любой точки мира, зарабатывая на старте от $1000. Дизайнеры действительно могут влиять на мир. И сейчас расскажу о школе, где студенты не просто учатся, а уже во время обучения предлагают разные решения на реальных задачах, чтобы изменить мир вокруг каждого из нас в лучшую сторону. Contented. Крупнейшая профильная школа дизайна. Для начала обучения вам не нужно особых навыков или знания. На курсе «Графический дизайнер с нуля и до про» вы освоите 5 ключевых направлений дизайна. Айдентика, дизайн, упаковка, веб-сайты, моушен и 3D. Главное на рынке – портфолио. Поэтому в обучении большой фокус на практику, 18 практических работ, а также стажировка на реальных задачах от дизайнеров студии и IT-компаний. Студентов постоянно сопровождают менторы, практикующие дизайнеры, которые дают обратную связь в видеоформате на каждое домашнее задание. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс. А по промокоду Петя получите скидку в 45% и курс английского для дизайнеров в подарок. Кстати, начав обучение сейчас, вы попадете на поток летнего лагеря контента, в котором сможете прокачать свои скиллы, попрактиковаться на крутых проектах и просто приятно провести время с такими же целеустремленными ребятами, как вы. Лето только началось, поэтому не теряй времени, все ссылки в описании. Следующий вопрос, который мне часто задают, рейтинг в Китае. Итак, рейтинг в Китае. Ребят, сразу вам спойлерну, это просто дурацкий миф. Что, почему вообще раздули эту тему, что типа, рейтинг, все под рейтингом, ничего подобного. Если у вас есть приложение Alipay, в этом приложении есть твоя кредитная история, платишь ли ты вовремя, возвращаешь ли ты одолженные вещи. Но это не означает, что каждый китаец под присмотром, что каждый китаец там под прицелом, скажем так, этого рейтинга. Нет, это просто рейтинг в одном приложении, который ты можешь, с помощью которого ты можешь переводить деньги в этом приложении, арендовать пауэрбэнки, покупать там билеты куда-то на самолет. И через, и если у тебя рейтинг плохой, возможно, тебе не продадут билет со скидкой. Это все. Все, все, что с этим рейтингом связано, ребят. В каждом приложении, блин, есть вот эти всякие рейтинги, баллы. Если ты покупаешь больше, там купоны вот эти тебе дают и так далее. Здесь то же самое. Ты больше покупаешь, больше используешь это приложение, рейтинг выше. Все, хватит промывать себе мозги этими рейтингами. Арендовал какую-то там машину через это приложение, получил больше баллов. И все, всем китайцам пофигу на этот рейтинг, вообще насрать. Это просто приложение. Вот даже у меня есть приложение, через которое я покупаю билеты. Мне дают там разные купоны и тоже рейтинг у меня там есть. Это то же самое. Пожалуйста, хватит верить каким-то просто дурацким новостям, которые раздувают из мухи слона, чтобы просто набрать просмотры. Ревнуем ли мы друг друга? Хороший вопрос. Лично я расскажу про себя, про свои чувства сначала. Ирис не дает повода ревновать вообще. У нас даже были пару случаев таких, что мы там встречались с миллиардерами, которые были одиноки, искали пару. И Ирис вот даже не давала, вот даже она даже не смотрела, то есть даже не было вот этих, знаете, взглядов там, как дела там и так далее. То есть она даже об этом не думает. Ирис вообще мне повода ревновать не дает вообще. Что у нас только не было за эти 6 лет, и ни разу не было такого, чтобы Ирис на кого-то хоть даже просто посмотрела. Вот такая вот она очень верная на самом деле. Что не сказать про меня, Ирис? What do you think? Not what do you think. Are you jealous about me, about other women? Yeah. Да, ну потому что я даю повод. Я даю повод, я иногда смотрю на девочек там и так далее. Но я тоже хочу быть верным мужем и не рушить семью. Потому что семья это очень важно, это самое главное, что есть у нас на самом деле. Нужно это ценить. Без семьи мы никто.
Следующий вопрос меня просто убил. В одном из видео у Ирис корни волос на 3 сантиметра отросли, и они почти все седые. Азиатская внешность очень поздно стареет. Я очень сомневаюсь, что ей всего 25 лет. Скорее всего, около 38-40. Возможно, ее действительно нашли в одном из клубов продюсеры для передач про Китай. Формат одиночек, путешественников сейчас людям нравится. Нашли сначала Петю, а потом и Риску ему. И видео ему тоже кто-то монтирует. В передвижённом доме на колесах с мобильным телефоном это невозможно. Они смс хозяину отправить сигнал искали. А тут видео по 20 минут грузит. В общем, история совсем неубедительная. Слушайте, я, честно говоря, удивлен, как вы меня раскрыли. На самом деле, Ириске 47 лет. У меня есть продюсер, который делает все эти видео за меня. Я вообще ничего не делаю. У меня вот прям есть сценарий, я по сценарию иду, представляете? Да нет же, блин, вы что, гоните или что? Это вот, это что за вообще за бред? Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, короче, я когда первый раз это прочел, было смешно. Сейчас зачитаю, понимаю, что? О чем вы? Какое продюсирование? На Ютубе продюсирование? Я бы хотел, чтобы у меня были продюсеры, я бы меньше работал. Нет, ребят, я сам все сценарии себе пишу. Все сам делаю. Все это придумываю сам. И обложки на видео я тоже придумываю сам. Даю техническое задание человеку, который их делает для меня. Видео, да, кстати, видео обрабатывают за меня, но под моим присмотром. То есть обработали видео, отослали мне, я такой, здесь убери, здесь подправь, здесь сделай то. Потому что просто времени на обработку нет. С интернетом. Ты и правда думаешь, что вот в этом городе нет нормального интернета? Когда мы ловили интернет, это было в позапрошлом видео, где мы были в горах. Мы были в горах. Там был лес, никого не было. Мы спали в горах, в лесу. Нет людей. Нет интернета. Ладно, погнали дальше. На самом деле, за этим сообщением скрывается позиция жертвы людей. То есть люди очень часто думают, что вот у людей, как я, которые стараются изо всех сил и вроде бы что-то получается, думают, что у них есть какие-то продюсеры или что-то такое. Короче, это просто они оправдывают свое невежество, что они ни хрена в этой жизни не пробовали, не делали, не стремились. И в итоге, а вот у него продюсер, а ему вообще все монтируют, а вот он подставной. Кем подставной? Я бы вот так вот базарил бы с вами на своем одесском языке. Нет, если бы у меня была подставная какая-то тема, у меня был бы сценарий, где было бы все толерантненько. Ну вот пример подставной передачи — это «Орел и Решка». У них все на позитивчике, а у меня нифига не на позитивчике. Я как чувствую, так и говорю. Без лишних слов, все искренне и честно. Ну что, мы приехали в центр города, будем отвечать дальше на вопросы и гулять. Сегодня воскресенье, народу просто дофигища. Вопрос от этого же человека, во что я верю. Я заговорил за реинкарнацию. Лично я верю в то, что мы, ну вот, я пришел в эту жизнь для того, чтобы чему-то научиться. То есть это как бы вся эта жизнь, это как тренажерный зал, чтобы я научился любить, научился быть человеком, человечным, научился прощать. Ну, в общем, очень много разных аспектов, и этим аспектам нужно научиться. Вот смысл жизни для меня. Учиться, развиваться, становиться лучше с каждым днем. Часто об этом думал, о смысле жизни, что я нашел его для себя. Пришли в эту жизнь, в это тело, чтобы научиться. От этого, кстати, я постоянно действую. То есть вот мой принцип — постоянно действовать, чем бездействовать. Потому что если ты будешь действовать, ты будешь чему-то учиться. Если ты не будешь ничему не действовать, просто сидеть там и обдумывать, как что будет, ты ничему не научишься. Поэтому я действую каждый день. На самом деле, я каждый день что-то делаю. А я делаю то, что мне хочется. Вот мне захотелось сделать это. Мне захотелось открыть YouTube-канал. Мне захотелось купить дом на колесах. Мне захотелось переехать в Китай. Мне захотелось там, да все что угодно, поехать на Бали, отпраздновать свадьбу. Я это делаю. Понятное дело, это не в одни ворота. Я советуюсь с женой. У нас всегда обоюдное решение. Петя, ты реально не пил в клубе, когда приставал к Ирис? Да нет, ребят, мне алкоголь не нужен. Я и без того очень открытый, и я могу делать, что же хочешь. Вот смотрите. Ниха! Мне еще пофигу. Ниха! Ха-ха-ха, хей-хей. То есть я могу подойти к любому человеку и общаться без проблем. Хотят со мной сфоткаться. Я на самом деле реально очень искренний. Могу подойти к любому человеку и искренне ему что-то сказать, и он почувствует, что это искренне было. И не будет реагировать негативно, понимаете? Следующий вопрос.
как мы провели карантинный период. Как только был карантин, я был в Таиланде. Там я и остался на 8 месяцев, представляете? Из-за карантина в Таиланде тоже меня закрыли на 8 месяцев. А Ириска была в Китае в это время. Мы не видели друг друга 8 месяцев, вы представляете? Когда я только приехал в Китай и снова спустя 8 месяцев увидел Ириску, я прям как заново привыкал к ней. Снова новые губки, снова те же поцелуи. Это было очень необычно. Я провел 14 дней в отеле и ждал нашей встречи. И она была невероятная. How many months? 8 months. Ну и прошло 2 недели, мы снова обратно привыкли друг к другу, снова быстро, и все четко, и до сих пор вместе. Мы пришли за нашим любимым напитком. На какую специальность училась Ириска? У нее такая специальность называется бизнес-английский. То есть китайцам тяжелее выучить английский, чем нам. Потому что у них вообще совершенно все по-другому. У них даже Макдональдс, а не Макдональдс, пока у них это My Dan Lao. В китайском языке нету похожих слов, таких вот, допустим, коррупция, по-английски это corruption, аллергия, allergy. Ну, короче, нам проще выучить английский, чем китайцам. В общем, у нее специальность бизнес-английский. То есть иностранцы приезжают сюда, и она помогает бизнесу, работает в какой-то иностранной компании. Ну, в общем, все, что связано с английским, она может это делать. Your majors, business English. You can teach, you can do business. What else? Not do business. Help business. Yes. What else? I don't know. Ну, короче, бизнес английский. I don't work. Она говорит, я не знаю, не работаю по специальности. Let me try yours. Ирис арбузовый, а у меня зеленый чай с лимоном. Когда вы планируете сказать родителям Ирис, что мы уже в браке 6 лет? Ирис, когда? What? When are we planning to tell your parents that we are 6 years already together? 6 years are married. I don't know. Never. You tell them? Yeah. Fuck, that's me. Она говорит, ты что, охренел, ты что, рассказал, типа, аудитории своей? Я говорю, ну да. Он такой, тебе сейчас ударю. Ну, да, сыни по-китайски, да, сыни, типа, я тебе сейчас ударю. Она не знала, аж покраснела. Да, я рассказал им. А что, нельзя было? I couldn't do this? Блин, сори. You didn't ask me. Sorry, I forgot. Блин, видите, насколько я откровенный. Я забыл даже с Ирис посоветоваться. Говорить вам, что мы соврали родителям или нет. Sorry, окей? Okay? No. Так вот, когда мы расскажем родителям? When do we tell them? I don't know. Never? I don't know. I don't know. I don't know too. Это Ириска будет решать, мне не важно. Yeah. Я откровенно, я бы им в тот день вообще сказал сразу же. Вот, поэтому это Ириска решает. Если вы не знаете, о чем мы, смотрите мой предыдущий ролик, где мы познакомились с Ирис. Я там рассказывал все-все нюансы. Про китайское водительское удостоверение. У меня были украинские права, я просто пошел, сдал тест, 3 раза пытался сдать его, на 3-й сдал, все получилось, получил в этот же день китайские права. На электроскутер не нужны никакие права, только на мотор-скутер. Для того, чтобы преподавать английский в китайских школах, какой нужен уровень китайского языка? Никакой. Программа такая, что вам нельзя говорить на китайском языке с детьми. Вы говорите с ними только на английском. Используйте body language, то есть язык тела, чтобы объясниться ребенку. И тогда ребенок быстрее запоминает. Преподают английский только по-английскому. Я считаю это круто. Хороший вопрос следующий. Какое у Ирис настоящее имя и почему ее зовут Ирис? Почему я называю Ирис? Ирис, какое у тебя настоящее имя? Хэ Ли. Мэй. Хэ Ли Мэй. Это ее настоящее имя. Хэ – это фамилия. А на самом деле короткое, да, имя? И всех китайцев очень короткие имена. По сравнению с нашими. Там, Васильевна, Петровна, там, Геннадьевна какая-то там и так далее. Почему я называю ее Ирис? Почему? Потому что... Потому что, когда мы только познакомились, она представилась не Хэ Ли Мэй, я бы не запомнил. У всех китайцев есть какая-то кличка, то есть, ну, как не кличка даже, никнейм на английском языке. И вот ее никнейм был Ирис. Ирис, это английское имя. Ирис. English name, right? Да, это английское имя. Я ее так и называл поначалу. Ирис, Ирис. И потом я такой, блин, как-то тяжело выговаривать Ирис. Да давайте просто Ирис. И так она стала у меня Ириской. It's Сели.
А у меня был тоже никнейм в Китае. Я был не Петей, потому что если бы я был Петя, Петя, это тяжело выговорить китайским детям. Меня называли просто Джей. Джей. А если бы я переделал имя с Петя на Питер, на английском Питер, то китайцы бы называли меня Пидор-Пидор. Я бы не хотел этого. Имя в Китае для китайских детей, там, и коллег по работе. Джей. Я Джей в Китае. На канале здесь я Петя. Настоящее имя у меня Петя. Следующий вопрос. Хотела бы ли Ирис настоящую китайскую свадьбу по китайским традициям или украинскую свадьбу? Я знаю ответ, но я для вас спрошу Ириску. Ирис, do you want a real wedding? Ukrainian? A real wedding. Ukrainian or... Chinese, doesn't matter. No, I don't think about this. Okay, would you like? I would like a Ukrainian wedding, but a Chinese. But not Chinese, okay. Cool. Итак, как отнеслись мои родители? Здорово, никаких претензий, ничего. То есть они очень полюбили Ириску, очень сильно. Особенно бабушка постоянно говорит, тем, моя, ты хорошенькая и так далее, Ириска. Ирис видела моих родителей всех, причем мы прилетали в Украину. С коронавируса я не был в Украине, то есть с 2019-го я не был в Украине вообще, потому что случился коронавирус, и если бы я уехал с Китая, то я бы потом просто не смог вернуться. Поэтому я пока здесь планирую оставаться и путешествовать в доме на колесах, а через где-то полтора года посмотрим. На каком языке я думаю? Хороший вопрос. Если я слишком долго не практикую русский, то есть там, не смотрю что-то на русском, не разговариваю на нем, только английский, там, фильмы, общение на английском и так далее, то я думаю на английском, и мне сны снятся на английском. Но в последнее время я веду блог практически каждый день, поэтому думаю на русском скорее, чем на английском. Тяжелый ли китайский язык? Ребята, очень тяжелый. Мне есть с чем сравнить. Я самостоятельно выучил английский язык и китайский. Китайский в 10 раз сложнее. Что вы понимали, я учил китайский каждый, учил и практиковал каждый день на протяжении практически 2 лет. Я до сих пор не читаю по-китайски, это очень сложно, эти иероглифы, я только говорю и не пишу. Я только умею разговаривать, разговорный китайский. Если бы я учил так английский 2 года усердно, каждый день минимум час, то я бы уже владел отлично этим языком. Поэтому китайский реально сложный. Но вот из 10 слов, которые я выучил, и потом там, допустим, 3 месяца не учил, забывал все 7, там, 8 слов, оставалось только 2, я помнил, из китайского языка. А если из 10 и английских слов, которые я выучил, через 3 месяца я помнил 8-9, чтобы вы просто понимали. Итак, где мяу-мяу потеряла хвост? Где? Она так родилась. Она так родилась, ребят. Она вот родилась с таким карликовым хвостиком. Милашечка наша мяу-мяу. Как с такими девушки живут? Что? Жесть, конечно, люди. А я даже знаю, кто написал такой комментарий. Шо ты, братан, порешать тебе или чё? Чё ты нахуй тут для... Вот такие, наверное, типы написали этот комментарий. Я на самом деле раньше сам был таким, что типа там потлатый какой-то, там, фу, да что ты потлатый, дядя. Там или кто-то делает вот эти подкаты, ты что, типа, тот самый. Я это уже перерос. Поэтому, ребят, вот эти пацанчики районные, давайте растите. Что вы сидите на своем районе, да и долбите эту дрянь? Хватит, давайте развиваться. Еще и сидеть в комментариях, писать такую дичь. Я вот уверен, что кто написал это просто вот, ну, не культурщина, человек, который где-то жопински живет себе и пишет вот такие комментарии, просто потому что ему, наверное, неприятно от чего-то, от своей жизни, вот. Так, помните, я хотел сделать видео, где я буду пробовать это мороженое? Сейчас я его и попробую. Ну что, нормально? Take a photo, give you. Okay, I'll take a photo. You don't want to eat? Yes, it's so spicy. It's so spicy, is it? Говорит, на, попробуй, говорит. Ну давай, она говорит, я не хочу, типа. Си-си-си-си, спасибо. Просто проходила. Ну давай попробуем, чего нет. Смотрите, сколько перца. Слушай, уху, какой перченый. Are you okay? For now, yeah. Oh my god. Oh, it's getting there. Oh my god. Очень острый, капец. А, вот прям везде. Что такое сейчас произошло? Дай мне холодненького. Очень, очень острое. Ласс, это очень острое. Капец просто. Так, это у него был другой вкус, а мы возьмем вот этот. У него вот этот, а мы попробуем вот этот. То есть они реально думают, что я буду есть мороженое с перченым оливковым маслом и красным перцем?
Стоило 10 юаней, это где-то $1.5. Масло уже потекло. Ну, Ирис, пробуй, давай первое. Очень вкусно. Фух, как перчено. Кто до этого додумался вообще? Кто? 10 из 10. Чтобы вы понимали, это красный перец с солью, обжаренный в масле. И он такой хрустящий, вкусный, пикантный. И мороженое дает в конце таким вот сладеньким мороженым. Очень вкусно и необычно. Какие-то безумцы придумали это. Безумцы двигателей прогресса. И вот сейчас все перченое здесь. А вы рискнули бы попробовать? Реально вкусно, вот без шуток. Остренько и холодно одновременно. Девушка нам дала попробовать вот это. Оно острее, мне кажется, чем которое мы вот это едим. Тут просто типа перченое, сухарики перченые. Это морская соль, а это что? Клубника, морская соль. Ирис взяла себе еще одну мороженку с матчей. Со вкусом матчи. Вот она. Сладкая фигня. Фу. I don't like. О, вот сейчас нормально, отдает матчей. Но вначале такое сладкое, ужас. А я не люблю сильно сладкое. Как я познакомился с Зубарем? На самом деле в жизни мы еще не виделись. Но я просто ему написал в сообщение в Инстаграм. Говорю, слушай, у меня дом на колесах, давай я приеду к тебе, поедем куда-то. Вот. Ну, он мне добавил контакты и все. Мы так чисто переписывались. Я бы очень хотел с ним встретиться. Зубарев, приезжай ко мне или я к тебе когда-нибудь приеду познакомиться. Просили ли родители Ирис деньги за нее? На самом деле, да, в китайских традициях нужно выкупать невестку, особенно на юге Китая. На севере не так это распространено, как на юге. Я спрашивал как-то, ну, когда мы уже поженились, я молодой, они понимают, что у меня пока что нет особо денег. Там 3 года назад или когда мы там были женаты для родителей Ирис, а я молодой, они понимают, что у меня особо много денег нет. Но я спросил, сколько ты хочешь за Ириску? У мамы спросил, потому что мама решает все в Ирис семье. И она сказала, ну, там типа 60 тысяч юаней, это примерно 10 тысяч долларов. Нормально. Мам, нормальная цена. За такую, да за такую и 20 можно отдать. Но 25 я бы уже подумал, конечно. I'm joking. Шума. Она не понимает, что ты говоришь, говорит. Но на самом-то деле дом на колесах написано Ирис имя. И мы, когда, наверное, закончим путешествие, подарим дом на колесах родителям Ирис. Вот такой вот у меня примерно сейчас план. Если нам не нужно будет дом на колесах, мы, скорее всего, не будем его продавать. Ну, если, конечно, прям вообще денег не будет, тогда, наверное, придется. Но я хотел бы им подарить дом на колесах, чтобы они тоже путешествовали. Да? We will present RV to your parents. Шибжо. Not sure. I mean, I would like. Okay. If they want. If we have enough money to survive. Как и за что я купил дом на колесах? Хороший вопрос. Я работал преподавателем английского в Китае почти 5 лет. Ну и, соответственно, зарплаты хорошие, я просто копил деньги. И когда я уволился с работы, начал вести блог, у меня была какая-то сумма, я вот хотел купить дом на колесах. У меня было там 25 тысяч долларов, но мне не хватало всей суммы. Часть денег одолжили родители Ирис мне. Я до сих пор им отдаю. Наш дом на колесах стоил 35 тысяч долларов. Вот этот. Это бэушный. Мой бюджет был тогда 23, где-то так, 25, я не помню уже, $1000. Думала ли девочка, когда она училась, что она будет вести кочевный образ жизни? Давайте спросим, Ирис. Were you thinking that you would travel like that when you were studying? No. Конечно же нет. И я не думал никогда в жизни, что я буду жить в доме на колесах. Так сложилось, и я этому рад, что жизнь вот такая вот непредсказуемая и удивительная. Скажи мне 7 лет назад, что я буду в Китае, женат на китаянке, путешествовать в доме на колесах, я бы никогда этому не поверил. Жизнь поменялась вот так. Следующий вопрос. Есть ли у моей жены право голоса, или она просто покорная жена-ребенок? Давайте спросим. Do you decide anything in our family? Yes. Like what? I don't know. Like what? Are you only following me and you cannot decide anything, or you can decide stuff? I don't know. Do I? I don't know. What do you think? I want your opinion. I decide which RV we buy. Okay, you decided which RV we buy. Okay, what else? What else? So do you have rights to have decisions? I guess. I guess. Или сейчас ты должна сказать, да, конечно же, у меня есть, ты поняла или нет? Давай, скажи, да, у меня есть, конечно же, и улыбнись в камеру, поняла? Раз, два, поехали. Да, у меня есть, потом smile in the camera. Okay, want to go. Давай. What? Давай, ну say. Say what? Да, у меня есть, and smile in the camera. Да?
У меня maybe yes. Ирис, плохо, плохо. Слушайте, меня часто видят каким-то тираном, честно говоря. Блин, я не знаю, что у вас там в семьях, но это ваше право. Итак, скриншоты с вопросами у меня кончились, но я хочу ответить еще на один вопрос. А именно, как мы с Ириской уживаемся вдвоем целыми днями в таком маленьком домике на колесах? Я вам отвечу на этот вопрос. Мы часто с Ириской даем себе отдых друг от друга. Ой, извини. Ну, например, вечером я иду в свою кровать, Ирис идет в свою кровать, и мы до утра вообще даже практически не разговариваем. Ну, только там какие-то основные моменты. Понятное дело, так не каждый вечер, но бывают такие вечера, когда мы просто вот, блин, друг друга не трогаем, и все. Я считаю это здорово. Давайте спросим Ирис. Ирис, how do you feel about that? We sometimes in evenings we have a rest of each other. That's good, because I have time to do my stuff. Play game with my friends. Yeah, I play game with my friends, chat, watch my own movies, right? Yeah, that's great. Чему я тебя постоянно целую, а ты меня не слышишь? А ну давай быстро. Kiss me, kiss me. Come on. Капец, сколько народу, какой же муравейник здоровый. В общем, я вам так скажу, если Ирис видит, что я устал, я хочу просто, знаете, повтыкать в фильмец, отдохнуть, Ирис меня не трогает. Если я вижу, что Ирис устала, хочет поиграть со своими друзьями, там, какую-то компьютерную игру онлайн или что-то еще, я ее не трогаю. Мы друг другу даем отдых. И спим раздельно сейчас в доме на колесах, потому что очень мало места спать вместе. И от этого мы, блин, не устаем друг от друга, это здорово, да? Ничего не поняла, но кивает. Nothing. Nothing, nothing. Ну что, ребятки, на этом все, вопросы кончились. Спасибо вам огромное, что смотрите, что пишете комментарии. Мне реально очень приятно. Этот выпуск получился чисто вот такой вот для своих ребят. И если вы досмотрели до конца, если вы до сих пор здесь, то вы свой человек, и я очень благодарен вам за это. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. Это очень мотивирует меня и Ириску делать больше и лучше для вас. Пока! Пока!